Андрій Степанович, розкажіть, будь ласка, як попрацювали комунальники під час снігопадів в нашому місті? Чи справлялися зі своїми обов'язками? Я скажу так, мы получили штормовое предупреждение вовремя, было дано задание коммунальным службам подготовиться, вся техника была готова полностью к снегопадам, вся техника, которая есть в городе, дополнительно была привлечена техника от застройщиков, спасибо ребятам из променада, из акварели, они всегда идут навстречу. Вот, было взято в аренду еще машины, что для вывоза снега, были сделаны необходимые запасы горюче-смазочных материалов. Все технические работники, которые работают на уборке, получили указание не уходить домой, то есть работали круглосуточно, был организован отдых их на базе, была организована подвозка пищи, работали практически начиная с субботы и воскресенья в круглосуточном режиме без ухода домой. Снегопад был сильный, поэтому сложно было справиться, но хочу сразу сказать, что город ехал, город шел, и у нас не было ситуации, когда какая-то улица не была убрана. Естественно, сколько бы ни было техники, ее всегда не хватает. Одновременно на всех участках поставить трактора и постоянно проводить уборку, такого не бывает. Снег шел интенсивный, поэтому, конечно, возникали где-то проблемные ситуации. Их было много. На все проблемные ситуации реагировали по любым звонкам, по любой информации, по любым указаниям, которые поступали. Тут же выезжали, выходили. Вот сейчас вот проезжает вот машина, мы вывозим снег. Если мы в субботу-воскресенье прочищали улицы, то сегодня идет вывозка снега, который накопился. Сложнее всего, конечно, было во дворах и на улицах, ну, скажем так, не самых главных для прохода, потому что самое главное было у нас в субботу-воскресенье, чтобы люди могли добраться до остановок общественного транспорта, попасть в магазины, попасть в больницы, поликлиники. Там, в первую очередь, организовывалась работа по прочистке улицы. У нас постоянно дежурила техника на южной стороне, два трактора и экскаваторы выделялись, выделяется туда машина. То есть мы, в принципе, обеспечили работу в круглосуточном режиме. Хорошо или плохо справились, пусть жители сами определяются. Мы вот посмотрели многие высказывания, которые были в Фейсбуке особенно. Ну, знаете, есть такая профессия, в кавычках, ничего не делать, не мешки ворочать. Или по-другому это вообще-то называется, но я не хочу по-другому называть. Конечно, проще всего сидеть дома на диване, попивать кофе, смотреть в окошко и рассказывать, как все плохо. Плохо, не нравится, выйди, помоги. Потому что, скажем, у бабушки-дворнички там 2-3 дома на обслуживании. Ну, засыпали твою машину. Вот мне особенно в воскресенье понравилось, там одна звонила, женщина молодая, кричит, что я вот в фитнес-клуб не могу поехать, машину не могу вытащить, лопату... Поработай возле машины и сэкономишь на фитнес-клубе. Форс-мажор, сложная ситуация. Снегу выпало много, со снегом убираемся, думаю, 2-3 дня и будет вывезен снег практически со всех зон, где он сейчас складирован. У нас сегодня работают самосвалы, работают погрузчики, экскаваторы работают, снег грузится на машины и вывозится. А так, вот даже если вы сейчас посмотрите, вот сегодня понедельник утро, все едет, все идет, все тротуары прочищены. На южной стороне, там, где показывали, были тротуары не прочищены, тоже туда посылали трактора по сигналам. В основном, конечно, сейчас основная нагрузка лежит на дворниках, которые во дворах работают, к сожалению, в основном вручную, потому что очень много машин, которые стоят во дворах и мешают проходу тракторов. Можно, конечно, послать трактор на расчистку, но у нас уже были прецеденты, трактор задевает машину, которая стоит, потом возникают судебные процессы. Там, где стоят много машин, там расчистка проводится только вручную, к сожалению. Тротуары возле домов чистятся. Вот сегодня, мне уже доложили дворники, работают практически с самого, с 6 утра они уже работают. В основном мы стараемся сейчас прочистить проходы к мусорным площадкам, чтобы мусор вывести. Тоже проблем много. Буквально вот мы были сегодня с утра на 49-51 доме. Контейнер-площадка полностью блокирована машинами, машина засыпана в снегу. Мусор вывести проблематично. И такие площадки тоже есть. Это наша общая ответственность, потому что, ну, неужели сложно, не понимаешь умом, что если идет снег, убери машину, освободи проезд к мусорной площадке. Ну. Работают у нас мальчики с полной нагрузкой, с полной отдачей. Там штат, который есть на сегодня полностью, двое суток в 100% режиме без ухода домой работают на базе.
Город, в принципе, на сегодня идет, едет, и проблем как таковых у нас не так уже много. Это не город Киев, где довольно сложно и блокированы многие улицы.